Доброе время суток, дорогие друзья! Новогоднее волшебство началось, и сегодня вы увидите новогодний декор Москвы и самый красивый магазин «Петровский пассаж». А внутри его нас встретит сказочный герой и новогодний, запорошенный снегом, мини-городок. А затем мы с вами перенесемся на каток на ВДНХ. Приятной прогулки, дорогие друзья! Мгновение, и мы уже на территории ВДНХ. 27 ноября на ВДНХ вместе с открытием катка стартовал новый зимний сезон 2020-2021. И главная тема этого года – антарктическая зима на ВДНХ. А сейчас вы видите
лампочки на палочках, которые украсили весь партер перед зданиями по центральной аллее. И из них сложен очень красивый рисунок, который мы сейчас увидим. Но вот в прошлом году точно такой же рисунок, если вы помните, мы наблюдали в заряде из лампочек. Лампочки меняют свои цвета. Вообще красота. Ну, кстати, каток ВДНХ традиционно располагается на главной аллее. Он протянулся от павильона номер 1 центральный до павильона номер 58 земледелия. А какая красота! Как будто диковинные цветы распустились здесь на партере. Здесь же построили еще белый мостик, с которого очень хорошо можно любоваться этим партером. Очень красивый здесь обзор.